Открытая трибуна. Ходите ли вы на субботники? Нужно ли горожанам убирать улицы и парки? Какие места нуждаются в уборке больше всего? Не участвовала, видела, но как-то не собралась. Еще друзья участвовали, очень красиво сделали в Парке Победы. Понравилось, когда они посадили деревья, здорово очень убрали. Ну, вообще это круто, когда у людей есть время, они это делают. Сложно сказать. Ну, надо смотреть, потому что вот парки привели в порядок. Очень здорово, действительно, достойно. Нет, я не участвую, но я думаю, мы и так платим налоги. И, я думаю, есть люди, которые специально, да, коммунальщики. И мы очень немаленькие деньги выделяем на фонд города, СДТП и тому подобные организации. Они организовываются, и мы это финансируем с вами у нас во дворе. Вообще желательно, нужно, чтобы город чистый, но я сам не участвую, потому что нет времени. Я без выходных работаю, поэтому куда? В городе я не участвовала, но у себя во дворе и на улице, вокруг дома я участвую, потому что я разбила клумбу напротив своего дома. Я живу на Нежинской. У меня там такая большая клумба. Вот. Я за ней ухаживаю, я там выращиваю цветы. У меня их воруют. Да. И я их опять высаживаю. Это нужно, безусловно, это нужно, потому что коммунальщики у нас, я думаю, не совсем хорошо справляются, нету времени. Я думаю, это нужно, но сам не хожу. Сам не хожу. Участвовали, очень нравится это занятие. Это, как бы, мне кажется, сближает людей, группирует их, как-то не знаю. Да, субботники нужны, это образовательно. Родители должны участвовать с детьми, но не только чтобы учить детей, а самим понимать и осознавать, что мы делаем и что не нужно делать. То есть, знаете, как пишут, дякуємо всім за чисте узбіччя. Ну, поэтому всім – это все, когда все не сорят, это, я думаю, что с этого нужно начинать. С родителей, и тогда дети тоже будут не сорить. Открытая трибуна.